Я продолжаю серию видео «Как стать миллионером или миллиардером». И сейчас тест номер 6, я бы назвал его зеркальным. Он как в зеркале покажет ваши особенности и способности. Сможете ли вы реально заработать тот самый желаемый миллион? Потому что вы прекрасно понимаете, то, что вы имеете сегодня, зависит от того, что вы делали вчера. А то, что вы планируете иметь завтра, тот самый миллион, зависит от того, что вы будете делать сегодня. Но, иными словами я вам скажу, чуть по-другому. Тут не видна закавыка, она видна в другом. Ваше настоящее зависит от того, что вы делали в прошлом, это понятно. А вот наступит ли ваше будущее, зависит от того, что вы будете делать в настоящем. В этом состоит основной парадокс. Когда вы проходите различные курсы, тренинги, вам рассказывают, как эффективнее работать, как быстрее зарабатывать деньги. И по выходу, по окончанию вам говорят, классно. Вот самый устремленный, целеустремленный, он. Самый активный, он. Вот он заработает миллион, все равняйтесь на него. Вы знаете, если бы на этих курсах экзамен у вас принимал еще бы врач-кардиолог, он бы сказал бы по поводу самых активных людей, ребятки, активная жизненная позиция, вот такая целеустремленность должна быть обеспечена здоровьем, потому что это фактор риска номер один в плане умереть от кардиологических заболеваний на фоне полного здоровья или относительно полного здоровья. И внезапно. Потому что частота инфарктов или инсульта в диапазоне 20-50 лет, напомню вам, отличается в 100 раз. То есть если бы из 100 тысяч человек, 20-летних, за год умирает один человек, то 50-летних умирает сотня за тот же временной период. Понимаете разницу? Вы в каком возрасте находитесь? Вы с синдромом молодого менеджера знакомы? Он может посетить в любом возрасте. Я в свое время опубликовал такую брошюру. Есть у меня такая брошюра. То есть тут описано, что делать и как делать. И это не все так просто. Поэтому этот тест для этого-то и предназначен. Поэтому сейчас я вам скажу, что вам нужно для его прохождения. После этого вы поставите видео на паузу, возьмете необходимый вам предмет, установите рядом с монитором, и мы с вами продолжим. Итак, вам для прохождения этого теста нужен простой предмет, который у каждого есть в доме. Обычное зеркало. Пока вы берете зеркало, я глотну кофеек. Надеюсь, что оно у вас есть. Ставите рядышком. Итак, смотрим в зеркало, слушаем меня. Если вы смотрите в зеркало с легкой улыбкой, с легкой иронией, мол, что мне тут такого сейчас наговорит, то у вас прекрасная жизненная позиция. У вас, скорее всего, что морщинки в уголках глаз находятся. Может быть, у вас есть вертикальные морщинки на лбу. Это прекрасная жизненная позиция. То есть в этом случае у вас есть шансы заработать тот самый миллион. Я вас поздравляю. Если же вы на меня смотрите, знаете, как Ленин на буржуазию, вот так. Вот здесь находится зона желчного пузыря. Нарушается работа желчного пузыря и печени. А печень – это ваш метаболический мозг. Это ваш распределитель, который дает вам все жизненные блага для работы всех основных органов и систем. И как только вы на меня смотрите вот так, я вас уверяю, ваш организм уже работает некомфортно. Вашему мозгу уже работать некомфортно. Как правило, у вас и настроение другое. Вы либо вовне, либо внутри сдерживаете злость, агрессию. А эти чувства очень активно разрушают ваш организм. Ваше здоровье продолжает его подтачивать. И вот здесь сложнее вам будет добраться, потому что язвенная болезнь, желудка, 12-перстной кишки легко и просто на таком состоянии возникает. Снижается потенция, и у вас появляется необходимость полечить хронический простатит. Или, может быть, аденомку в зависимости от возраста. То есть не вопрос, я тоже такое писал, я знаю, о чем я говорю вам. Поэтому тут очень имеет большое значение. Знаете, Лия Хиджакова говорила, бровь должна быть удивленно приподнятая на любую информацию, вот туда. Это отлично. То есть в этом случае все прекрасно, потому что когда вы сдерживаете агрессию внутри, хуже становится не только печени, но и почкам. Возникают другие проблемы. Что вы еще можете увидеть в зеркало? Присмотритесь к зоне под глазами и над глазами. Если у вас есть отечность, если у вас мешки нависают над глазами или мешки под глазами, то я понимаю, что ваши почки работают плохо, они не справляются с той жидкостью, которую вы вводите в свой организм.
Вот и вы тоже рискуете. У вас возникают серьезные проблемы. Потому что, когда вы вводите чрезмерное количество жидкости, как вы думаете, кому это все перекачивать? Сердцу. Да, вы ввели в желудок. Жидкость попала в кровь. Сердце перекачивает. Через почки не может, сбрасывает в отеки. Да, тут косметический дефект, но еще могут быть на ногах. То есть, это показывает о том, что ваш организм не в лучшем виде. Знаете, есть еще один индикатор, очень простой. Присмотритесь к цвету под глазами. Если у вас темные круги под глазами есть, вы очень рискуете, потому что вы давно уже, свой организм, он работает давно уже на пределе своих возможностей. И риск очень большой, потому что темные круги под глазами показывают высокую вязкость крови. И большой долг перед вашим организмом по активности. На этом фоне, вы знаете, вы, конечно, можете попробовать активнее поработать. Но я так понимаю, что вы можете заработать миллион, только если вам до заветной цифры осталось всего несколько долларов. Потому что вам уже давно и активно нужно не просто отдыхать, а активно восстанавливать свой организм. Потому что это серьезная проблема. Что еще вы можете увидеть? Ну, я бы сказал посмотреть немножко выше. Волосы. Да, я понимаю, там некоторые говорят, что ничего страшного, облысение не лечится, это как бы ничего плохого. И когда вы заходите в кабинет к доктору, который лысый, вы понимаете, что вы находитесь с ним на одном уровне знаний по тому, как поддерживать свой организм. Конечно, я понимаю, что если бы я хотел построить дом, я бы, безусловно, пошел бы к строителю за советом. Я не знаю, я врач, я не знаю, как строить дом. Хотя, вы знаете, есть уникальные строители. Когда-то они сделали великолепную башню пизанскую. Знаете, построили, ну, стояла бы она ровно, мало бы кто о ней знал. А как красиво падает, и сколько столетий падает, сколько уже туристов к себе привлекла. О, классные строители. Но это же надо так уметь построить еще. Знаете, чтобы она наклонилась и стояла. Это ж не все так просто. У нас вон ровно построенные дома вдруг падают. А тут это ж умельцы какие были. Поэтому если вы понимаете, что волосы, в принципе, это индикатор чистоты вашей крови. Это фактически индикатор того, как работают у вас печень и почки. А это система жизнеобеспечения. Токсины, если не выводят через печень и почки, они остаются в крови и лечатся вязкость крови и нагрузка на мотор. Добавьте сюда только эмоциональную нагрузку или физическую на густой крови. Кто автомобилист, он знает, о чем я вам рассказываю. Масло, которое находится в машине, оно меняет особенности работы машины. От него очень многое зависит. Знаете, в старые советские «Жигули», если к лету оставить жидкое зимнее масло, ни одни сальники не выдержат. Все протечет на асфальте. А если густое летнее масло оставить на зиму, движок не заведешь. Вот когда густеет кровь, знаете, сердце, ох, как тяжело работать. Уже тонны крови за сутки перекачиваются сердце. От 10 до 15 тонн. Прикиньте на секундочку этот объем и примерьте, если сердцу перекачивать молоко или густую сметану. А еще, может быть, не магазинную, а домашнюю такую, знаете, сепараторную, хорошенькую. Много возникает проблем, поэтому нужно просто это все понимать и контролировать. Знаете, я, конечно, вам кое-что рассказал, но это далеко не все признаки работы вашего организма. Я понимаю, что если вы хотите идти к миллиону, то после окончания курсов вы должны еще пройти через мой кабинет, проверить свой уровень здоровья и узнать особенности, как его... То, что вы имеете, активно сохранять, для того, чтобы не растерять в попытке догнать миллион, добраться до миллиона. Потому что, вы знаете, все могут двигаться активно, но если у вас есть отеки под глазами или у вас облысение, я понимаю, что в крови много токсинов, которые при активном движении ложатся по суставам. Что делать с обменно-дистрофическими заболеваниями суставов, я знаю, знаете ли вы. Потому что очень дорогое удовольствие. Больше миллиона долларов стоит пересадка всех суставов. Еще и времени сколько на это нужно. Когда вам зарабатывать деньги, если у вас суставы легли. Конечно, вы можете как антистресс работать, вы можете попасть. Да, алкоголь в малой дозе хороший антистресс. Но
не удержавшись дозе, вы попадаете в совершенно другую систему. Вместо заработка активно тратите. Я-то знаю, что это такое. Потому что метаболический мозг, который у вас есть, который должен работать хорошо. Это печень. Я знаю, что делать, если у вас есть печень. Знаете ли вы, что с ней делать? И как ей помогать работать, обеспечить высокий уровень здоровья, минимально вязкую кровь, для того, чтобы сердце активно, перекачивая кровь, снабжало ваш мозг нужным количеством крови, кислородом, питательными веществами, а мозг вам выдавал те самые знания на гора. И эффективно использовали вы то время, которое у вас есть, для того, чтобы заработать те самые миллионы или миллиарды, которые вы хотите. Потому что вы понимаете, что время и интенсивность работы, они не отдельно, они вместе находятся. И работая интенсивно, вы должны иметь определенный запас по времени, чтобы на выходе у вас был тот самый достижение той самой цели, которую вы перед собой поставили. Вопрос. Вы знаете, сколько времени у вас есть, какой у вас биологический возраст и с какой интенсивностью вы имеете право работать, чтобы заработать ту цель, достичь ее? Если не знаете, контакты вы видите, обращайтесь, пишите, звоните. Не вопрос. Я постараюсь выбрать для вас свободное время, чтобы помочь вам более эффективно использовать свой ресурс под названием здоровье, чтобы перевести его в другой, обналичивать его в другой ресурс под названием деньги. А пока вы думаете, звонить вам или не звонить, или можно так на авось проскочить, авось заработаю миллион, и без доктора Скачко, я подумаю, какое еще видео написать для вашего здоровья и активного долголетия.